Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. 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 Кивалам, бабанам, кивалам. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам, бабанам кивалам, баба. Бабанам кивалам, бабанам кивалам.
Баба нам кевалам баба. Баба нам кевалам, баба нам кевалам. Баба нам кевалам, баба, баба нам кевалам, 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 баба нам кевалам. Баба нам кевалам, баба. Баба нам кевалам, баба нам кевалам. Баба нам кевалам, баба, баба нам кевалам, баба нам кевалам, баба нам кевалам. Баба нам среди тишины ты остаешься со мной. Ум остановлен, но там, за пределами ума, я могу это описать только как пустоту, но в ней присутствует жизнь, в ней присутствует сознание. Присутствует блаженство. Сам йога, джога и тюкта, дживатма, параматмана. Соединение индивидуальной души и высшей души есть йога. Дальше должен он направить всю освобожденную энергию своего ума на познание трансцендентной реальности. Я пытаюсь познать, что есть сознание. Внутри тебя я пытаюсь увидеть, уловить то, что за пределами психики, то, что за пределами тела, за пределами ума. Тот, кто видит мир как иллюзию, пребывает в невежестве. Тот, кто видит все как реальность, познал мир. Тебя мотивирует твое сознание, тебя мотивирует блаженство. Из блаженства это действие рождается. Ты переполнен блаженством, ты не можешь сдерживать его, поэтому ты делаешь. Такое действие называется любовью.